мудрые говорят, всему свое время. Сейчас время для главного боя вечера. Промоутерская компания «Ангелы А» и промоутерская компания «Ротел Профайт», а также крупнейший распространитель государственных лотерей «100 лото» представляют 12 бескомпромиссных раундов бокса за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBC в первом тяжелом весе. Здесь по плану должны быть ваши аплодисменты. И не забудьте поприветствовать людей, которых я представлю. Судейская коллегия поединка. Супервайзер от Всемирного боксерского совета. Оксана Семенишина, Литва. Рефери Бринге. Ираклий Малазония. Боковые судьи. Роман Петров, Николай Сигов и Юрий Копцев. Будьте готовы приветствовать бойцов. Встречайте первым. Боксер синего угла из города Реутов. Алексей Папин. И сейчас его оппонент, рожденный на берегу Байкала и представляющий город Краснодар, Руслан Вайпер! Итак, знакомьтесь. В синем углу ринга боксер, представляющий Наукоград Реутов. Ему 32 года, рост 185 сантиметров, вес 90 килограммов и 600 граммов. В его активе 11 побед, 10 из которых одержаны нокаутом и лишь одно поражение. Ему принадлежит 5-я строчка рейтинга WBC. Он чемпион IBF International 2018 года и входит в топ-15 лучших боксеров мира в первом тяжелом весе. Нокаутер. Опасный и точный, как ракета. Алексей Папин. Ровно по диагонали в красном углу. Боксер из самого сердца Кубани. Ему 29 лет. Рост 184 сантиметра. Вес 89 килограммов и 700 граммов.
Его рекорд впечатляет. 25 побед и 16 нокаутов при единственном поражении. Он владел титулами чемпиона IBF International, WBA Asia, WBC Baltic и чемпиона России. Он чемпион Евразии по версии EBP из Краснодара. Руслан Файпер! Listen to my command. Show me green card, okay? Good luck. Шагом влево, вправо. Руку подводи. Первый раунд. Просто руку растяни сюда, вот, и брось. Ладно? Просто голова, тулочка. А так все, левый повторный удар вот эти сбоку снизу. Не бойся правой. Кидай правой легко. Уводи левый просто. Кинь правой. Все. Молодец. И сжимать, смещать.
Второй раунд. Здорово, да, я смогу.
Стоп, стоп, стоп. А затылку держи. Повнимательнее. Бакс. Не держать, не держать. Не держать. Не держать. Бакс! Стоп! Стоп! Голову низко опускаешь. Бакс! Четвертый раунд. Бакс! Не толкать, не толкать. Много оставляй, пойдем, я тебя. Много оставляй, так уводи. Не толкать. Вот так. Стоп! 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 Низко голову поворачивайся. Все. Бакс! Атакуй.
За головой вообще не отходите. Все в грудь по площадям, и все будешь попадать, понял? Ага. А? Да. Да. Не надо паузу делать. Не будь вот так, не будь. Пятый раунд. Держать!
барах не забывай. Видишь, фокус мира. Ты все нормально, убеди работу. Вот тебе надо, ты устал или что? А? А? Рус, 4-1. Что, что ли? Мы ведем 4-1. Да, ну это хорошо, но мы выиграли, ты, блядь, не забирает он на концерт. Да, нет, конечно, только стойки хорошие. Почище работает. Много грязи. Шестой раунд. Давай, хорошо, там, хорошо. Там. Держать, держать. Там. По спине держи. Бас. Там. Вот, хорошо. Вечер Фокса WBC. Дайте аплодисменты участникам главного боя. И теперь под ваши аплодисменты супервайзер поединка Всемирного боксерского совета Оксана Семенишина. Также приветствуйте на ринге генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Назарович Кремлев. Министр спорта Республики Татарстан Владимир Александрович Леонов и руководитель Федерации бокса Республики Татарстан Сергей Михайлович Игнатьев.
Уважаемые господа, уважаемые зрители, это «Столото вечер» бокса WBC, и все вновь произошло на ваших глазах. Наш 37-й секунде 6-го раунда техническим нокаутом одержал победу и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира Всемирного боксерского совета в первом тяжелом весе боксер синего угла Алексей Попин! И вступайте в аплодисментах победителя! В следующем своем поединке он должен будет встретиться со своим единственным обидчиком. Илунга Макабу ожидает. Ожидаем и мы. Еще раз аплодисменты, Алексей Попин! Ну, конечно, я говорил, что я против. Давайте. Алексей, пара слов. Тишина в зале. Всем здравствуйте. Большое спасибо вам за то, что пришли поддержать всех спортсменов. Спасибо Казани за гостеприимство. Уже несмотря на то, что здесь совсем недолго, успели ощутить это казанское гостеприимство. Еще раз большое спасибо. Хочу, пользуясь случаем, я знаю, что смотрят меня моя семья, родители, жена с дочкой. Передать им привет. Все нормально. Спасибо вашей поддержке. И, конечно же, моему родному городу Реутов, всем, кто там сейчас, ребята, собрались. Я знаю, что они сейчас смотрят. Ребята, спасибо вам. И отдельное спасибо хотелось бы передать руководителю Щекина Азот Соколу Борису Александровичу за помощь, в подготовке. И, конечно же, всем, кто помогал мне, моему тренерскому составу, компании «Мир бокса», Федерации бокса России. Всем большое спасибо. А еще один момент. Да, я не знаю, там было слышно, нет. Я хочу передать привет Илунге Макабу. Я иду за тобой. У тебя мой пояс. Алексей Попин! 7...